У нас в период с 3 сентября по 25 октября в Вологодской области происходит проверка готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период. Данная проверка проводится силами собственников с представителем пожарной части. Характерными неисправностями при проверке являются неисправность слив, проворачивание штока или смещение колодца. Данные неисправности, которые выявляются, устраняются силами водоканала незамедлительно, и все результаты заносятся в журнал. В ходе проверки проверяется табличка с координатами, подъездные пути и, соответственно, исправлен или неисправен водоисточник. В период с 3 сентября по 25 октября водоканал необходимо проверить 1600 пожарных гидрантов. Это по городу Вологда, а так на территории Вологодской области порядка 4700 пожарных гидрантов необходимо проверить.